Всем привет, друзья! В этом видео мы будем искать в Хургаде звезды Мишлена. Ну или египетскую кишечную палочку, я не знаю, как повезет. В общем, мы решили на этой неделе попробовать попитаться вечером в местных стритфудах, попробовать местную еду, такую уличную. Ну и заодно вам все это покажем, расскажем, что и как. А сейчас мы пришли в первое место. Это у нас на Шаратоне, как называется, это улица Шерри, да? Шерри-стрит – это такой маленький прогулочный бродвейчик, который перпендикулярно Шаратону проходит. Он небольшой, в длину, наверное, метров 200-300. И, по сути, справа или слева тут как раз расположены всякие кафешки, где вы можете перекусить. Ну, цены в них разные. То есть одно и то же в одной может стоить в два раза дешевле, чем в другой. Я буду сэндвич с фалафелем. И давай что-нибудь сладкое одно возьмем на двоих. Это с каким фалафелем? Я с миксом. Я с сирийским хочу. Ты сирийский, я да. Микс, и я хотела вот эти сарики. Sugar dumplings? Да, ну маленький, хочу попробовать. Что показывает, что у тебя там? Фалафель микс. За него еще надо закусать сначала. И вообще мы сэндвич заказывали, но здесь сэндвич это типа шавухи, в общем. Я не против. У меня сирийский, у Люси микс. Сейчас посмотрим на результат. Тестируем на ней. Это типа сметанка, но не сметанка. Вкусно тебе? Ну, отлично. Как у бабушки из бани. Соленый, прям классный. В общем, сэндвич Spring Roll. Очень много овощей и прям офигенский хрустящий фалафель. 15 фунтов, сколько там, 30 рублей с копейками, там 35. Смотрите, огромное реально. Мы еще шарики сладкие заказали, я не знаю, влезет, не влезет. 55. Это small, да, это маленькая порция. Люся здесь питается вдвоем, у нее есть компания, помимо меня, там он котейка кушает. Очень вкусно. Жирно, все как я люблю. Вообще нездоровая пища. А бюджет всего этого мероприятия на данный момент был 121 рубль. Это две вот эти вот шавухи и шарики. Юки ждет фалафель. Сегодня у нас на обед вот такая вот доставка из местной кафешки. Это египетские фалафели. Стоимость у них 50 фунтов, по-моему, да? За 4 вот таких вот кулька. В каждом по половинке булочки, набитой всем, чем можно. Вот это вот 12 вот таких вот кармашков у нас. Там внутри фалафель и овощи это в этом. Я его не заказывала. Да, здесь просто фалафель. Там тоже просто фалафель. Проводим сортировку. Ага, это баклажаны с чем? С картошечкой, да, по-моему? Ну, пока Люся там распаковывает, к этому дают еще вот такие вот смешные овощи. И две, да, две каких-нибудь фанты там или колы. Вот. В общем, вот это вот, ну, скорее всего, конечно, это наш обед, типа, но скорее всего, что это наш обед и ужин. Потому что на самом деле, ну, вот тремя штучками очень даже наедаешься, еще три остаются. 58 фунтов примерно получается, ну, 150 рублей по максималке. На самом деле дешевле. Порядка 130, что-то такое. Вот. Вот местный фастфуд, но проблема в том, что мы не можем найти его на улице. Если там в Луксоре, в Каире, на улице везде вот это вот части продают, то здесь почему-то, не знаю, то ли спросом не пользуются, то ли что, но в общем только на заказ как бы нам его привозят. А мы что-то здесь по фалафелю прям начали угорать. Прям нам зашел местный фалафель. Люся до этого, правда, пробовала израильский, и он ей вообще не понравился. А тут... Бомба, да, вот так. Именно в этой сирийской кафешке, в магазине одновременно, он находится рядом с Tiger Store. Если вы захотите здесь поесть, на карте найдете, можно съесть какую-нибудь прикольную лепешку с начинкой, которую при вас приготовят на такой раскаленной бочке.
моя сегодняшняя лепешка с индейкой и сыром. А Люся заказала в соседней кафешке пасту себе. Настал следующий день, и мы решили никуда особо далеко не ходить, а воспользоваться услугами кафешки, которая находится в соседнем с нами доме. К тому же мы там уже ели, и это вкусно. В общем, представляю вам кафешка, где готовят пиццу и хававши. Забрали мы нашу хававши. Собственно говоря, если выглядит как пицца, пахнет как пицца, то, наверное, это пицца. Но нифига, это не пицца. Да. Это помесь пирога, чебурека, пельменей и пиццы. В общем, 4 в одном. Прикольная тема. Мы попробовали такую штуку вообще на второй день, как сюда приехали, собственно говоря, в этой самой кафешке. Мы искали просто, прям в гугле вбивали какой-нибудь local food. И вот эта кафешка была как раз local food. Ну и в общем, прям оценили. Стоимость коробочки 35 фунтов. Вот он наш мясной пирог. Вкусно, как всегда. Ничего нового. Реально бомбическая штука. Да. Каждый день, конечно, нет, но как вот раз в недельку прям вкусненько. Сегодня у нас последняя еда на улице. Последняя еда стритфудная. И так все это дело сильно затянулось, потому что пришлось переснимать два раза, микрофон сдох. Вот. Ну и как бы часто такое жрать, это, знаете ли, не очень полезно. Хотя, вот кого я обманываю, на самом деле мы оба любим стритфуд. Мы такие непритязательные ребята, и вы в этом убедитесь. Продолжим у ларька. Люся заказала себе пасту в этой же кафешке. Сколько? 35-40. А я заказал себе в соседней кафешке саж. Ну, в общем, я не знаю, там лепешка с жареным сыром должна быть. В общем, окажется опять то, что это шавуха какая-нибудь. Посмотрим. По крайней мере, это круто. Пока мы ждем, я вам еще так кратко расскажу. На видео это не попало, но потому что, блин, ну пицца, она и в Африке пицца. Че ее показывать? А вопрос в цене этой пиццы. Здесь вот в таких уличных кафешках пицца стоит 70 фунтов. Ну, то есть начинается от 70 и там типа максимум 100 фунтов. Но если на рубли перевести, короче, здоровая пицца 250 рублей стоит, чтобы в ценах ориентироваться. Вот, и при этом она, ну, вкусная, скажем так. Здесь единственное тесто такое пресноватое. Но может нормальная пицца, оно такое должно быть, не знаю. И еще, в каждой кафешке почти есть сэндвичи. И, в общем, когда вы заказываете сэндвич, вы вообще не знаете, что вам принесут, потому что это может быть шавуха в лаваше, это может быть, ну, типа в булке, как из-под хот-дога, что-нибудь. Может быть, в местной лепешке, здесь такие лепехи продают, мы у них фалафель брали, они в видео есть. Вот такие же лепехи тоже могут наложить вам то, что написано будет в сэндвиче. И все это называется сэндвич, то есть вы заказываете сэндвич, а что вы получите, а вот хрен его знает. Но вкусно, тем не менее. Красота с оливочками. Надо попросить нормальную. Обделили Люсю, дали ей престарелую вилку, у которой зубы вываливаются. Наши любимые овощи. После них ты чувствуешь себя огнедышащим драконом. Хотя, не знаю, вот мне заходит. Я, когда мы были в Луксоре, чувак нам такое же принес. Я беру, начинаю точить, а он вот прям, ну представьте, вот то, что он вот там вот за стойкой стоит. Он это дело увидел и прибежал. И типа такое, очень острое, очень острое. Я такой, блин, ну я знаю, я люблю острое. Он сделал круглые глаза и был очень удивлен, что беляши обычно, видимо, такое не едят. Не знаю, мне нравится. Главное, чтобы водичка была. Это да. Thank you. Оп. Мне дали пакетик с улыбочкой. Смайлик. И кетчуп положили внутрь. Блин, ну что, да. Короче, ребята, это шавуха.
должна быть с жареным сыром, если меня правильно поняли. Но переспрашивали три раза. Я три раза тыкал пальцем в одно место. Надеюсь, у нас коммуникация прошла удачно. Сейчас узнаем. Ни хрена непонятно, очень интересно. Короче, здесь не совсем сыр, здесь что-то типа сырного теста жареного получается. То есть оно такое мягкое, с сырным вкусом и прям тонюсенькой-тонюсенькой хрустящей корочкой. Но я думаю, если бы я взял ее домой, эта хрустящая корочка бы внутри, она минут через пять ее не будет, в общем, она растворится. Ну, прикольно. Хочешь попробовать что-то новое, заказываешь. Но в большинстве случаев это вот реально шавуха оказывается. Ладно, зато вкусно. Ну и на этом будем заканчивать с этой кафешкой. Пожрем спокойно, без вас. Сейчас я находился, наснимал контента про квартиры. И, блин, ноги болят, реально дофига находились. И еще сегодня с Люськой у нас перерыв от нашей фастфудной диеты для видео. Вот, мы решили, в общем, пойти сегодня на Хургаду Марину. В кои-то веки дорого поесть, посмотреть на водичку, на море. Специально дождались вечера, чтобы темнеть начало. В общем, встретить закат. Мы идем жрать мексиканские тако сегодня. Тоже очень полезная и здоровая еда. Con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. Люблю тебя, безалкогольная мохито. Очень мятная. Прям чаем с мятой пахнуло. Надо имбиря купить. Ты масала чай хотела, да? Вкусно будет? Наверное. Проверим. Мы тут с Люси поняли, что ровно год назад в Лос-Анджелесе мы как раз ели тако. Сегодня в этот день. Подтверждение есть. Да, то, что в инсте увидели. У нас тут комплимент от шефа. Грибочки с соусом. Компания собралась. Это учитывая, что у нас еще стол пока пустой, заметь. Я не чувствую, что скоро и придет, да? Ой, расположились. Добро пожаловать. Так, а с видом на море. Люся готовит контент в свой инстаграм. Я думаю, мы можем заказать еще и картошечку все-таки. Ну, посмотрим. Наелась? Ну, я бы еще что-нибудь могла съесть. Ну, съешь что-нибудь еще. Ой, блин, как мы наелись на самом деле. А я еще и напился. Ну так, прям легкую. Я выпил две бутылки пива, но оно оказалось крепкое внезапно. А то, что я пил до этого здесь местную стеллу, пиво вот реально с него вообще ни в одном глазу. То есть я банку хлопаю, ну как воды попил. И все. Хоть вставило что-то. Ну. Кстати, про алкоголь я тоже добавлю. Сходила в местные дринки, скупил себе бутылку текилы. А стоила она 93 фунта, ну, на наши деньги примерно 240 рублей. Здесь вообще с алкоголем траблы, крепкого алкоголя мало. Вот, но тот, что есть, прям выглядит, честно, как дешевое пойло, но на вкус вполне себе. Очень даже пить можно, как оказалось. Очень даже приятно. Вот. Но выбора никакого. То есть, ну вот есть этот текила одного вида. Все остальное можно купить в дьютике, если вы прилетели только что. Но цена там будет даже дороже, чем, наверное, дома.